толпа людей, всем, короче, очень весело, классный день города. Милиция создала оцепление. А вы можете представиться, как вас зовут? Можете представиться? Я журналист, я вам покажу удостоверение. Можете представиться, по какому праву вы собираете деньги? Так мне хочется. А? Так мне хочется. Так вам хочется? Да. А кто вас сюда поставил? Вон, звоните. Сколько стоит вход в туалет? Я ж вам это видела. А я не слышал, скажите еще. А скажите еще раз, сколько стоит? Сколько я должен заплатить, чтобы попасть в туалет? Сейчас придет начальство, вам скажет, сколько вы должны. А как зовут начальство? Я говорю, сейчас придет начальник и объяснит вам, сколько вы должны заплатить. Ну как зовут начальника? Его не зовут, он сам приходит. Сам приходит? Но вы незаконно деньги собираете с людей. Как вас зовут? Я не зовут. Я сама приходила. Хорошо. Хорошо.